Недорогой вместительный термопод для всей семьи. Рассмотрим термопод от российского бренда, который пригодится для ежедневного кипячения воды дома или на работе. Для начала посмотрим на комплектацию. Сам термопод, сетевой кабель и инструкция. Ничего особенного. Прибор сделан из белого пластика. Есть ручка для переноски. Панель управления с двумя кнопками – кипячение и сохранение тепла. Спереди индикатор уровня воды. Шнур не очень длинный. Длиной 1 метр. Гнездо разъема находится сзади. Крышка открывается легко. Внутренняя поверхность из нержавеющей стали. Емкостью 4 литра. Есть отметка максимального уровня воды. Внутри на крышке силиконовая прокладка, благодаря которой она плотно закрывается и хорошо держится. Прибор достаточно мощный, нагревает 4 литра воды за 25-30 минут. По окончании кипячения на крышке загорается световой индикатор. Звукового сигнала термопод не подает. В режиме поддержания температуры прибор потребляет 35 Вт. Налить горячую воду можно тремя способами. Нажать на кнопку, расположенную на панели управления, использовать круглую клавишу в центре крышки, или, если руки заняты, можно нажать чашкой на клапан у носика. Термопод нужно регулярно чистить. Если вода жесткая, внутреннюю поверхность стоит протирать губкой после каждого использования, а скопившуюся накипь удалять лимонной кислотой. Пластиковый корпус и силиконовую прокладку достаточно протирать салфеткой. Термопод RIX – простое и вместительное устройство с режимом поддержания температуры, которое позволит наслаждаться горячим чаем или кофе целый день.